Прежде всего, я извиняюсь, что нам пришлось уйти без вас. Мы нашли грузовик, но там дофига зомбачей, знаете, преследовало нас, и мы не могли больше ждать. Там какая-то армированная машина на севере от Березина. Мы пытались использовать ее, но там не было бенза. А теперь мы едем через городской центр. Если вам нужно топливо, я думаю, это лучшее место, чтобы найти его. Помните, чтобы найти оружие и амуницию, кэши, маркеры на вашей карте. Иначе вам будет очень трудно выжить. Посмотри, что так громко. Мы теперь уходим из Березина. Я молюсь Богу, что вы выживете. Никита, домой. Подожди, мы у всех, да, такие как бородатые чуваки с очками, да? Нет. Ты выглядишь как ученый, чертов. И Артур выглядит как чертов ученый. Артур выглядит как чертов бомж. Смотри правде в глаза. Ты выглядишь как военный. Кто со снайперкой? Со снайперкой, я военный. Вы реально какие-то, знаешь, такие из исследовательской лаборатории. Жек в жилетке? Вирусы делали. Посмотри на этого парня, он стоит в жилетке. Ты в такой же жилетке, в такой же рубашке, как он, только цвет другой. У него кроссовки, какой это ученый, у него МП5 в руках. Да господи. Ты даже в кроссовках. Что происходит, я только проснулся, парни. Я подтвердился. Ты писатель. А, ты писатель. Читатель. Читатель. Я вижу. Куда идем-то? Ну вот на М нажмите, на М там есть VIP кэш. Видите, нам нужно сначала до VIP кэша идти. Окей, вы не смотрите на то, что я военный, потому что я вообще ничего не знаю. Ты военный со снайперкой, то я думаю, очень громко. У тебя лапу амагнул, что ли? Пойдем отсюда, да, это что-то элочка. Хрена ты даешь. Надо идти на ИСТ. Свет, солнце светит мне в лицо, я готов. Почему у меня почесать свои... Да. Тирайн Детейл постоянно выбирается. А ты конфирм выбери, все. Я выберу высокий. Понял, высокий. Все. Я тоже высокий поставил, но не очень высокий, а высокий такой. Высокие настройки. Такой, так, я смотрю, у тебя пистолет с глушителем, у Артура MP5, да? С дэшечкой. Это важно. Ну, короче, я буду сейчас со снайперки вас скрыть, там, с горок, там, все дела. С горок? Я уже вижу, слева молодой человек идет. Причем идет нормальным шагом. Господи. Я слышу, где-то слева. О боже мой, это опасно здесь. Это Йети идет. Йети! Он встал. Он смотрит мне в душу. Через снайперки. Пацаны. Он что-то знает. Он Джеки паливание наводи пока. Я буду стрелять, как только вы мне скажете. Ой, слева идет зомбак, ребят, в нашу сторону. Он побежал. Он побежал за кем-то. Че, принимаем? Я есть. Есть, я принял его, принимаем нормально. Сразу говорю, у меня скилл растерян, которого и так-то не было, но вот теперь его вообще нет. Растерян. Нормально все будет, Джеки. Просто, блин, а. Дело в том, что вот как бы есть скилл людей, а есть его нет. И вот, вот да. Вон там на горочке, пацан, два. Может не пойдем в ту сторону, обойдем. А сейчас Джеки трансформит, ну пойдем по лесочку. Я просто думаю, что там за пригорочкой еще идут парни. Окей. Пойдем, срежем. Мы спускаемся вниз, да? Слышишь, есть какие-нибудь темные очки? Вот в рощицу в это. По-моему, у тебя как раз темные очки. Срисовали нас, бегут. Где? Джеки, работай. Джек, вот слева, далеко. Еще по рощице один бежит к нам издалека. Ой, так это ж те самые. Отличный выстрел, повторим. Еще раз. Давай мимо. Нормально, еще можно. Он за кустом сейчас выбежит. Ой, слышишь? Металлист нарисовался. Металлисты принимают перту. Да он упал, нет? Должен был. Не падает. А ты так, секундочку, все отработали? Вроде спокойно. Ну, вроде там бы, еще да. Один бежит справа. Джек, я сейчас маленькую чувствительность убавлю, потому что новая мышка, настройки. Так. Ой, уже... прям ко мне подбегает один. О, боже мой. Джейсон Стэтхэм! Джейсон Стэтхэм зомби! Почему это Джейсон Стэтхэм? Фу, он был на него дико похож. Так, пацан там... Это Степан Валерьевич, ты что, не узнал у него звезда? Степан Валерьевич? Ну, конечно, ладно. Степан Валерьевич. Так, секундочку, чуть-чуть убавить, потому что у меня очень большая чувствительность для этой мышцы. Секундочку. Все, я тут. Жизнь легче не становится. Жизнь боль. Тяжелее. Хорошо, по крайней мере, карта есть. Здесь есть транспорт? Не знаю, наверное, должен быть. Насколько я понял, тут приседки, они работают вообще? Не знаю, он спереди бежит. Там Никитос связался с нами, сказал, что в городе есть какая-то армированная машина, так что самое время. Вот спереди, прям сейчас на нас побежит. Вон он, пешком идет. Джек, ну можно было бы это и... Ага. Угу. Так, еще секундочку. У меня 9 патронов еще осталось, так что надо аккуратно. А это нормально. А у тебя еще пистолет есть какой-нибудь? Колесиком ничего не выбрать не могу. Видимо, нет. А на тебя нажать нету? Нет пистолета, только снайперка.
Очень жаль, очень жаль. Джеки, ты же у нас военный, ты сможешь. Очень, да, всё, у тебя очень плохо. Вон, еще бежит. Наверное, ну, направление. Если прошу, можешь его принять. Теперь, да, прям на нас бежит. Ну, в принципе, я могу. Да, а, всё, мимо. Ну, да, давай. У тебя патронов много, Джек? Нет, 8 осталось. Так, пока идем отличной дерзкой тройкой. Я думаю, стоит прибавить немножко в нашем ходе. Давай, погнали. Это довольно охренительно. Но здесь же не надо кушать. Не, не надо. Мы уже поели. Справа бежит дикий, очень. Справа, в смысле, на Саусе заходит в лес. Черный. Видимо, угля где-то наелся. Не вижу. А он что-то за дерево спрятался, кажется. Ну, там вроде один просто стоит. А, не, да, он стоит. Это он прибежал и встал. Интересно. Они что, любят бегать? Возможно. Чего это он перестал? А, Артур, я могу тебя забинтовать. У тебя кровь? Нет? У меня нет крови. Хорошо. У меня вообще все хорошо. Вроде, по крайней мере, я пока не вижу никаких проблем. У всех жизни, по-моему, на 3 удара. 3 удара ловишь, все. Думаю. Понял. Ну, у вас у всех есть бинт, бинт лечит сразу 3. То есть, окей, есть смысл словить 2 пачки и потом залататься. Надо было класс доктора взять. Доктор умеет всех латать. Нет, там 10 бинтов сразу. Надо было мне взять. Надо было, но в итоге GPS тоже полезно. Ну не знаю, первый раз вполне возможно на самом деле дропнемся, потому что... Не-не-не. Уровень сложности, этот эксперт вон, товарищ, заметил, побежал. Бежит. А где он? Прямо перед тобой. Мне на отдыхалку восстановить. А он идет, а не бежит, кажется. Только что бежал. Ну он на нас, да, бежал. Окей, справа еще один стоит. Все в порядке. Он бегает там еще впереди, силуэт. По-стоящим. Кончай его! Какого? Вон того дальнего? Любого, стоящего, короче. Там еще один за кустиком фуэт. Да, он побежал. Один. А ты право, справа еще один стоит там. Тоже. Они вот, просто, я так понял, они мигрируют здесь. Мигрируют. Там 4-й еще вдалеке стоит. Очень далеке, правее их. Ладно, где-то, наверное, градусов на 10. Мне кажется, особо-то нет их смысла. Джеки, трое тут это не до хрена здесь. Вот, ох, ну вот, перед стоит военный вообще, какой-то, его трохи надо пришить. Тут прямо на него смотрю. Он находится на 120. Он побежал, за куст зашел. Я его не вижу теперь. Их там до хрена. 1, 2, 3, 4, 5. Красовало. Идем. Прямо по чистому полю к ним пойдем. Давайте-ка, ребятки, слева его, он оттуда, с этого гребня, около лесочка, может. Как вы сначала скажете, так все. И что правильно будет? У меня клетчатая рубашка не палева. Вообще не парило. Mm-hmm. Они вообще... Здесь... Я, например, 4 дня не мылся, они меня вообще за своего принимают. Вот. Так. Слева, видите, вот этот вот столб стоит за кустами. За ним еще один человек. Ну, человек. Я понял, мертвый человек. Да. Нам, в принципе, в город он спускаться. Входит. И тут есть Weapon Cache где-то недалеко. Это что за город-то? Это... Я не знаю. Вот это почти Березина. Это Хельм. А, это мы около Хельма. А вот дальше там идет исключительно Березина. Надо бы спуститься, туман такой дикий. Надо бы спуститься до шоссе и разобраться уже по ходу. У меня на таких расстояниях слева пассажир, ага. 2 пассажира. И УАЗик стоит. Смотри, там УАЗик на дороге. УАЗик, по-моему, это успех. Справа бежит Тешус. Понял. Вот, прямо оттуда, прямо куда-то смотрел. Вдвое бегут. Понял, не вижу. А, о, вижу. Тоже не одно, вижу. Одного принимаю. Есть. И один чуть левей. Ага, это хорошо. Там еще один из-за этих выбежит сейчас. Понял, вон справа, ага. Не попал. Ну, надо было добавить ему. Квазик. Нет, ты его попал, но не в голову. Там от него кровище отлетело. Тут 2 машины, надо их проверить. Сейчас я по лутке займусь их. Так, есть еще одно уложу. Так, зомби у нас с пустыми карманами. Бывает по-разному. Я вот Макаров достал со Степана Валерьевича. Хорошо. Да. Но он почему-то лежал рядом, а не... А, и вообще я достал на Макаров магазин, а мне нужен на М9. Так, я проверяю тачки. Ага. Так, что на тачке? Тачка, что с тобой? Так, ребята, машина... На ходу? Я не знаю. Нет. Если это можно назвать ходом, я 2 километра еду. Я вижу. Запрыгивайте, поехали, ребят. Погоди, пулемет. Ты слишком быстрый.
чего? Я тебя не догоню. О, да, пулемет есть. Пулемет с 85 можно поснимать ближайших. На шум набежится как ну, раз. Вон с... Я сейчас знаю, скажу, да. Насколько. А у меня на сюда не один. И УАЗик тоже не стартанет, естественно. В городе один. Да не знаю, я думаю, такую два. Шумиху поднимать стоит, нет? Да нет, наверное. Можно, да, упадем. Она опустится там? Мне кажется, этот пулемет просто не опустится. Он пулемет. Опускается туда, вот этот весь город простреливается, но у него углы примерно где-то 45 градусов поворота. Да, не больше. Я... Так, нам, в принципе, так вот спускаться, и мы войдем туда. Жеки, подождем, а то сейчас к нему прибежит, я не знаю. Давай, а где харчит? Он? Он не, прям, я к двум вот деревьям рыжим. Я вот валяюсь. Все нормально, давай продвигаться дальше чуть-чуть. Тут сейчас будет, конечно, оружие, надо будет разделиться и поискать его. Это такой вроде как ящик. Срисовал у желтого дома, сейчас выбежит к нам. Пусть бежит. Около за заборчиком. Да он вроде просто пешком шел. А вон там действительно. Игорь идет, снова напился. Скотина. Ты а местный? Да, ну, то есть, я ж писатель. Я сюда приехал год назад книгу написать, а и пришла. Так, бежит к вам один вдоль дороги. Так, все, ребята, now look. Не к нам бежит. Да, не к вам бежит. Может, там еще кто-то в городе есть? Один упал. Ого, Игорь, 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 стой! Словил. Игорь, Аня! Игорь, нормально, Игорь прилег. Так, ребят, надо убивать. Да. Ой-ой-ой. Джек, что ты делаешь? Джек, прекрати. Так, есть одна обойма у меня ушла. Справа. Готов. Убрали, молодцы. Так, надо дальше идти пешком. Так, все, разделимся, ребят. У кого будет проблема, убегать на главную улицу. Давайте запомним. Вот этот вот знак «Главная дорога» — это главная улица. Хорошо. Так, я пошел направо, красные дома посмотрю. Жеки, хорошо работаешь. Угу. Только патронов, кажется, немного. Слез ко мне подходит. Если чужик подстрахуй, я его сниму сейчас. А он к тебе бежит. Не-не-не, к тебе. Подстрахуй. Подстрахуй. Хорош. Житуху. Так, я вам сейчас скажу, какие у меня патроны. Ну, короче, для лопа Магнум. Отлично. Ну, да. Увидеть, ну, хватайте. Я знаю, можно на черном рынке купить. Артур, сзади, сзади. Вот так, опыта. Все нормально, Жек. Давай. Сейчас встретим. Он бежит к Максу. К Максу. За мной, походу, за мной какой-то ненормальный гонится. Сержант Петренко, что вы делаете? Сержант Петренко! Это не Макс слева подходит. Понял. Метров 5 от тебя. Понял. Спасибо за инфу, братан. Так, я тут уже закрутился с Петренко. Джеки, мы вокруг церкви бегаем. Около этих двухэтажных. Я вижу тебя. Вижу, да, Макса. Випан кэш будет найти. Не стоило, наверное, эксперт, конечно, ставить. Но это же весело. Да. Чем сложнее, челлендж, тем лучше. Челлендж хорошо. Челлендж концептор. Ты что, а что тут танкисты делают? У тебя голова квадратная, что ли, я не понял. У меня проблем нет. Так, все, проблема умерли. Надо побыстрее найти панкэши, потому что с патронами все становится не очень хорошо. А где он здесь? А я вот не знаю. С юга парочка бежит. Они всегда случайно вроде как. Даже где-то в городе, да? Да. А он может быть в здании, скажем. Там может быть. Там что я говорил? Вы читали диалоги? Надо прочитать диалоги. Я там говорил, что это... Tasks. Find weapon cache in North Березина. Бронированная машина недалеко buildings. Стоит от вас. На дороге где-то. Угу. Backyard и building. Джек, присоединяйся к поискам, не стесняйся. Я уже в город вхожу сейчас. Я нашел, Я нашел. Это сейчас, кажется, он. Я тут маленько сломался. Да, это по. Ой-ой-ой, мешки. Ой, меня плохо, я сломался с управлением. Это нормально. Меня два раза куснули. В домах зомби бывает, нет? Я иду. Джеки, сними его. В домах? Не знаю, нет, наверное. Ой, едят кого-то, я бегу. Спасай свою жизнь. Так, я лечусь, потому что у меня что-то резко альт сломался. И я мог только вертеть башкой. Весело. Ну, давай я тебя пропущу. Или давай. Я вообще на крышу хотел подняться. Так, я подошел в красный дом. Ну, там weapon cache кто-то нашел, да? Да, я нашел. Что там по оружию? Очень хорошо все. Пойдем, спускайтесь. Сейчас, Джеки, а что-то поднимаешься. А я хотел с крыши посмотреть. Чего? Так, а у меня бинта нет. Ты не можешь перевязаться? Нет. Давай, я могу тебе дать. Давай. Я могу? One left. Я понял, это просто не в инвентаре. Хорошо, я вяжусь. Давай. Смотрите, говорит, на дробовик нашел. Элита. Элита. Хорош. Неплохо. Там так
Кстати, закамуфлировано здорово. Тут было тело. Куда исчезло тело? Земля забрала его. Что за шутки? Я видел тело. Тут нельзя хоронить зомби. Можно, почему нельзя? Нельзя. Только гирать можно все. Очень жаль. И студии тоже, наверное, можно. Стадии бади. Это, конечно, все здорово и хорошо. По-моему, где-то вот здесь. Черная Русь. Вон, да. А, нет, тут нету. Черт. Может быть, в следующем дворе? Вот, да, вот оно. Да, сложно было коробочку найти. За добычу. Как ты нашел-то вообще? Не знаю, пробегал мимо, раз, смотрю, подарок. Думаю, че бы нет. Там еще Макаров СД с патронами, наверное, Джеку можно будет взять. Да, его. Я взял себе. Лапуа Магнум, мы все свои забираем. Так, что у меня тут может? Ну их тут не так много, но хорошо. Хоть что-то. Угу. Рюкзаки бы нам. Ух, ишь ты, рюкзаки. Ишь ты, чё сдумал, да? Угу. Так, М9 СД кто-нибудь взял? Я. Патроны? Тут еще один есть просто. Не, это лишнее уже, у меня уже полное. У меня Макарыч. Я вообще заряжен, кстати, очень хорошо. Так, что тут еще можно взять? Больше тут кроме оружия ничего и нет? Да вроде как нет. Окей. Хорошо, наша следующая директива. Наши следующие директивы... Бронированы на машине? Нет? Refuel... А, Armored Car, да. К Armored Car по главному шоссе давайте. Follow me. Господа. Выходим на шоссе и потом по шоссе идем, ну, южнее. Угу. Вроде как так. Ой, слушайте, здесь же, кажется, можно музыку включить. Музыка включена, да. Ой, какая музыка хорошая. Неплохая. У меня-то музыки не было. Я не знаю, я как со звуком начал разбираться. Слева подходит от синего здания. Где? А. Я прямого. Готовы. Идет. Хорошо. Так, идем посмотрим, что в тачке. Escape from... Колгуев. Great movie from Александр. Нам бы крокодил такого сзади, парочку тоже летающих. Слышь, ребята, я в тачке, она отличная, но без бензина. Это не очень хорошо. Но я могу сесть на Ганнера, например. Танкист пришел. У вас там в порядке все? Джеки? Да, вроде да. Блин, я мышку не могу настроить, чтобы нормально управлялось все. Бежит. И спереди, так, через, со стороны дока. Не вовремя, короче. Сегодня буду играть с такой же сенсой. Не до того. Я постараюсь. Ага, есть. Все, он даже не вышел из-за будки. Так, ну нам садится, да? Нет, но он без этого. Без бензина, надо идти за бензином. Випан кэш сделали. Дальше нам вама кэш. По дороге прямо до настоящего Березина. Ок. Перемещаемся быстро, четко, останавливаемся в крайних случаях, поссать. Все. Я бы вообще вышел из города и шел бы вон там, помнишь, где мы со снайпером перестреливались? Помню. Потому что тут что-то как-то... Да как раз на поле, по-моему, больше было. А вот в левом нижнем углу сзади экрана... вас, Петрович, господин! Хорош. Сержант Петрович. А слева внизу у меня две красненьких полосочки, значит, у меня два раза ранили или один? Два раза, да. Перевязаться. Слышь, Джек, ты, кстати, такой подбитый слегка. Самую малость. Нормально. Тебя как будто волну испытал, я не знаю, 4 дня. Ну да. 5, но да. Айда дальше. Ходим. Можно, кстати, знаешь, как пойти? Не прямо по дороге, там вон спереди, кстати, ходит Джек. Парашки с хочешь шлеп. А я с пистолетом в руках. А, ну какой ж. Можем ну, пойти вот. Только на потом. Потоком, потоком. Пойдемте потоком. Там шли они под доком. Я практически уверен. Так. Можно строить диверсию на подстанции, зомбаки сбегутся на звук, и мы пойдем спокойно. Ты шутишь или это правда можно сделать? Я просто сказал это от балды. Ладно. Блин, мы поверили. Но это было бы круто. Ну да. Да, нормально, пацаны. Смотримся. Вроде пока все. Железки. Никого. Можно на пирсе. Никого. До следующего завода. Пойти заводами было неплохой идеей. Так, вот это строительная. Опа, справа бежит. Ёб твою мать, Нико Белик! Джек, убей Нико Белика. Он на 220. Он идет. Идет. Ну так это Нико Белик, он же не бегает. А, ну окей. Он идет в нашу сторону. Слишком крут, в смысле?
Ну да, ты посмотри, не кобелик. Да, блин, ну как я мог промазать это, а? Оп, хорошо. Экс. Парню вообще тяжело со снайпера стрелять. Я писал, на что не говорите, но я поэтому соскучился. Ну, в смысле, ну, да. По DayZ, по армии вообще. Ну, это, кстати, не DayZ. Вот это, кстати, сделано и гораздо более атмосфернее, чем то самое же DayZ. Знаешь почему? Потому что мы DayZ уже играем 2 года. Поэтому всякое что-то новое будет атмосфернее. Конечно. Если оно хорошее, конечно. Так, ребят, я принимаю, ребят. Давай, давай. Один есть. Вот дробовик, хорошее оружие. Один выстрел, 6 дырок. Норм. Оп, прапорщик Петренко, пожалуйста. Пожалуйста, ведите спокойно. Спасибо. Так, нам бы, кстати, докторов поубивать. Это с них, по-моему, падают часто и всякие. Помню, я однажды мы доктора одного убивали. 2 часа. Да, который в оранжевом был еще. Из него ничего не упал. Впереди бежит. Ага, ну принимайте кто-нибудь. Если что, я страхую близко. Отлично. Та игра. Так, ну все, пора... Опа, тут что-то лежит, смотрите. Что-то лежит. По-моему, это ловушка. Зомбаков? Это М911, великолепно. Магазин, в смысле, для него. Жаль, что ни у кого нет. Конечно. Слева еще один за стеночки. Бежит? Нет, пока стоит. А? Но сейчас уже будет бежать. Ага. Ох, как я люблю так... звук дробовика слушать. Хотел прилечь. Да вообще норм. Так, все, нам, наверное, на вест. Мы уже дошли просто по дороге до Амбер Кэша. Это мы на лесопилке сейчас, Люмбермил. Я слышу зомби где-то. Угу, я тоже слышу. Вон он идет, а там гора. Да, да, что-то есть. Артур там остался? Он я стреляет по нему. А, понял, я вообще не отстрелил. Так, ну пацаны, все, это сенсой вообще у меня постоянно. Ну все, меняй, я могу подводить. Меняй контрольно. Так, мне чуть-чуть убавить надо. Так, все, айда. Машина раздолбанная. Угу. Не уехать, кажется. Водник. Здесь реально можно топливо найти. Когда мы сказали, мы сейчас идем до Амакэша, а дальше смотри, там фьюл, видишь, березина на карте прям нарисована. Угу. А потом вернемся обратно, да? Угу. Возможно. Вернемся обратно. Возможно. На горочке справа есть что-то пассажира. И все. Но я думаю, что они... Ой, ёб твою мать! Угу. Танкист! Ну. И справа у столба еще один стоял. Где твой танк? Ага, он ушел на поле. Он побежит. Я отправляю. Вот дробан. Так, а нам, кстати, по-моему, дробан неплохо. Туда. У тебя пелится там? Да, пелится. Слышь, Джек, наверное, так, бежит к нам. Начинайте расстреливать с Артуром этих типов. Слева, слева, Макс, слева. Я вижу, сейчас он выровняется по дороге. Ага, вижу, но он далеко. Джек, вот те, что справа на поле, бить их всех вообще. Где-то еще один из кустов бежит. Вау, сзади подходит. Ну все. Потихоньку. Джек сейчас пощелкает на поле и пойдем через поле. Все, на поле вроде чисто. Отправляемся. Хотя нет, еще одного вдалеке вижу. Трупы сами хоронятся, короче, через некоторое время. Просто пропадают. Там один ползет. Земля забирает их. Те, что ползают, не трогайте их. Might be best to check yards and houses for Ammo Cash. Поняли, да? Вот спереди городок, Березина. Ну, уже двора, можно... до как всегда, доставайте свои, ну, свое оружие, будем сейчас чекать, ну, ящики искать. Такие же примерно, наверное. Разделимся, каждый сам за себя. Если что, магазинное место. Если что, мы встречаемся вот на этом поле. Если у кого-то дикие проблемы, он добегает на это поле и бегает здесь. Остальные, чтобы помнили. Так-с. Написано, что даже в домах можно найти. Тут не так много домов входных. А, здесь нельзя кувыркаться, когда из-за можно только теперь это самое. Короче, если мод не стоит, надо перепрыгивать. Через стандартную армию перепрыгивал. Так, снял одного. Я где-то слышу зомби, но не понимаю. Иду в афроамериканский дом. Ну, ты толерантен сегодня. А, как вчера зато. Не было ничего. Сейчас я от пацана убегаю на поле, развернусь, сниму его. Потом здесь зомби какие-то опасные. Не кобелик просто, понимаешь? Не кобелик вообще страшный человек на самом деле. Дом пуст. Скотина куснула меня.
Ёб твою мать. А ползун довольно неплохо. Да пусть ползает. Да, ползает, наверное, не опасно. За кем-то зомби бежит. Ага, бил. Это похоже на доктора, кстати, только в джинсах. Это такой. Опа! Подаяние. Макс, сзади тебя еще один. Понял. Угу. Еще это бежит к тебе, Макс. Командир взвода, понял. Ну что ж ты, батюшка? Что ж ты так себя ведешь-то? Да, все нормально. Да, отлично. Так, дробовик очень хорош. Он реально не шуточное оружие. По-настоящему не шуточное. Так, мы вообще должны искать амакэш. Я уже свою цель немножко. Но мы ищем. Другое понял. Да, что-то не вижу. Мне кажется, в этих красных домах возможно что-то есть, потому что не просто ж так сказали, обыскивайте дома. Это я. И ты бочка. Зомби ударил. Жить, жить, ребят, только жить, пожалуйста. Еще бежит к тебе, по-моему, да? Так, перезарядочка. Два удара было. Я хилился, я жил, Джек Шепард. Джеки, беги. Джек, будь просто норм, жив. Норм. Давай тебе бинт дам. Давай. А у тебя нету? Был один, я его использовал. Сейчас подойду. Еще Ника бежит. Ебать! Простите, друзья, мы меня обманули только что. Что не так? Зомбак полз. Ой, меня ударили. Мы слышим. Так, я на главную. За вами зомбак бежит, если что. А, это Джек. За тобой два. Я знаю. Прибегли. Так, у тебя два ранения, да? Ага. Сейчас тебя завяжу. Давай. У нас стоит по одному, да? Да, у нас по одному. Блин, бинтов мало, конечно. Ничего. Это последний, потому что, по-моему, есть. Стараемся больше урон не ловить, ни в коем случае. Да, так. Лучше убегать, а остальные пусть будут убивать. Да, мы все еще... То есть не рискуем там разворотами и выстрелами резкими. Пижонство отставить. Да, я просто в приседе был, пока вставал. Я захожу вот в этот дом, смотрю здесь. Понял, я подошел туда, в следующий двухэтажный. А я вот тут, который справа. К нам один бежит. Ну, на лестнице их не сложно будет убить. Они так же медленно ходят, наверное? Нет, относительно медленно. Как они злобно рычат. Кушать хотят, наверное. Наверное. Я уверен в этом. В моем доме ничего нет. В моем тоже, походу, пусто. Мой пустой. Значит, не в домах. Так, я слышу зомби. На кого он зашел? Ко мне, по-моему. Походу, к тебе же. Воу! Фух, вот это был неждан. Просто, знаешь, за спиной. Понял. Справа еще один. Белик! Я прицелился, но уже не могу тебя видеть. Еще один Макс. Я в дом к тебе зашел. Давай. Я спасаю свою жизнь. Забегай внутрь. Как вы там? Нормально. Джек, нормально. Где прохода подальше? Я у входа. Ну ладно. Джек. А, патроны кончились. Да. Джек, ты явно живой? Нет. А, нет, я не живой. Ты явно сделал не то сейчас, Джек. Угу. Мы можно было отойти подальше, более длинный проход. О, я Джек. От тебя смотрю, Макс. Джек. Ну, конечно, так. Джек. А, я могу между вами переключать. Ну ладно, я буду режиссером. Давай. Давайте, ребята. Я закончу его мучение. Прощай, бедняга. Прощай, Джек. Если что, мы скажем твоим дочерям и детям, что. Да, что у меня их нет. Да, на этом мы ему скажем. Как говорил мой дед, я твой дед. Это неплохо. Это неплохая поговорка. Нам все еще нужно взять амакэш. Давайте этим мы и занимаемся. Давай не разделяться больше. Нет, стоит разделиться. Вот так будем очень долго. Да, мы будем живы. Бежит. Где? Да, убиваю. Шлеп. Кто-то мог услышать. Еще. Шлеп. Так, ну-ка. По этому колодце... направлением бегаешь. Слышь, в этом колодце, кажется, кто-то живет. Там какая-то черноволосая девочка. Я тоже ее видел. Бей ногами. Не, а заколочен колодец. А значит, пусть живет дальше. Пусть живет. Знаешь, такой, сегодня тебе повезло. У меня, кстати, уже тоже два ранения, так что... Да, я уже видел зомби. Передо мной уже являются апостолы, все. Норм все будет, Макс. Ну, я надеюсь. Хорошо бы. Артур перезарядится. У меня два патрона, я пошел за твоим лупуа.
Вот, кстати, я сейчас потрачу. А мы сейчас найдем Амакэш, и там будут патроны, кстати. Ты бы с него лучше пистолет бы лучше взял. Тоже попал. У меня пистолет неплох. Там 15 патронов, правда. А калаш у меня уже пустой. Поэтому я залупал. Нико! Опять нет. Ника убил. Как ты мог? Это он сам докопался. Так, слушай, а где же патроны-то? На самом деле, мне кажется, здесь надо было более спортно действовать. Тут надо GPS, наверное. Ёб ты мать, чуть не пристрелил тебя. Запоздал ты как-то. Испугался. Я слышу, ты топаешь там, думаю, что там такое. Так, ну и где же оно? Понятия не имею, вот честно. Мы вроде все дворы там проверили, да? Ага. Пойду проверить тебя, Макс. Давай, я тут покажу. Ни одной коробки не вижу. Может быть, еще чуть дальше. Ко мне идет знакомиться. Ага. Какой-то... Ты его мягко так шей. Больше это не хочет. Тебе, сынок. Че, Макс, на такой дальности сними, да? Не, просто накоцай, наверное. Разозлит. Справа и слева. Господи, боже ж ты мой. Воу-воу-воу, отходи, Артур, отходи. Мне нужно это, на дорогу вообще помочь, не главное. Макс, давай на дорогу хожу. Он сейчас к красному дому подбежит, Артур. Угу. Да. Я есть. Далековато. А нет, я вижу тебя. Блин, ну тут нет. Ника остался. Все, никого не осталось. С поля еще бежит один к тебе. Понял. Далеко, да? Да. Пока... Сзади тебя. Сзади тебя тоже. Сзади тебя двое. Бежим в дом, в проеме примем. Хорошо. Здесь они здесь будет. В доме умеют бегать, да? Не, ходить умею. Давай, я этот проход, ты сзади. Угу. Чистота, чистота. Точнее, у меня такая режиссерская версия, с одной камеры на другую переключаюсь. Да твою мать! Он в дом зашел. Но ходит он довольно-таки этот, печально. Ну да, быстрым шагом. Господи, с пятого патрона это вообще... Дикие зомби сегодня. Ладно. Так, надо... Крутое ранение у Макса 2. Надо вернуться назад и найти коробки. Ладно, вернемся назад, я по дороге назад лупова возьму, потому что у меня вообще по патронам. И джековский пистолет. Я могу тебе отдать пистолет, кстати. Держи свой пистолет. У меня еще... Себе. Хорошо, у меня еще много просто пистолетов. Я доживу до того момента, как возьму его оружие. У меня пока хватает. Так-с. Надо дворики проверить и здания. Не знаю, я по этим дворикам прошел, но... Мне кажется, зомби, мне кажется, мы зачистили. Вполне возможно. Ну, даже в поле парочка осталась. Каждый гаражик нужно посмотреть. What the fuck вообще? Джек Шепард покинул нас молодым. Джек Шепард. Но какие главное, перспективы. Главное, что я не обернусь. Джеки. Да, ты у меня такой мутно-текстурный, я так и не купил это. Два года с лишним уже прошло. Иисусе-то Христосе. Уже поимей уважение. Вообще. Просто. Понимаешь, что благодаря этой игре, это теперь классика. Ну, как бы, это нужно. Проявить уважение. Платить деньги за текстуры. Буду играть в размытую арму. Слышь, я нашел мусорку. Там. Хорош, просто хорош. Подожди, подожди, я роюсь там. Кефир пропал. Вот ты покорылся, я на ней 4 полигона насчитал. Угу. Текстурки вот. Я не купил, наверное, забыл. Новое вот. DLC. Мусорки. Вижу, кажись. Да? Да, за мной. Да, 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 Артур, это оно. А где? Где, где, где? Вот, куда я бегу, домик здесь. Ну, дом? Макс просто тебя не видит. Я вот около красного. Типа, Макс, вдоль дороги и слева от дороги домик будет. Понял, там Джек идти. Помер тут, короче. Вот, повернись налево, мощно так повернись. Ага, вижу тебя. Ага. Так, идем. Как мы прошли? А как мы с тобой прошли, Артур? Мы ж вроде тут были. Да хрен знает, я просто... Наверх поднимались. Где-то здесь прибегал, по-моему, но не заметил. Да, да, все, ящик, отлично. Круто. Так, ну можно хотя бы будет тебе вернуть калаш, наверное, свой. Что там внутри? Ну, наверное, патронов до хренища на калаш. Так, о, здесь дробь. Completed. Дробы. Блин. Я пошел за калашом. И тут такой на контрольной точке я из мертвых восстаю. Нет, Джек, мы уже побеспокоились об этом. Ты никуда не денешься. Да, блин, печально. Из этого дома.
Так. Ёкалэмэнэ, сколько тут пуль, конечно. Приезжаю, дробан. Главное друг друга не пострелить. Вау, их очень много. Нормально, это все вообще всем. Так, с другой стороны, вам хорошо, что у вас тут 4 выхода. Ой-ой-ой, ничего себе. Очень хорошо. Очень хорошо, Григорий. Просто вообще замечательно. Мог бы и предупредить. Что? Я переключился на ванписеля, когда он увидел чувака за стеной. Так, с моей стороны пока спокойно. Тоже. Но вот это вот, Макс, справа. Не зомби, а это Артур, все хорошо. Он все слаще. Не надо вот только меня с зомби путать. Парочка еще бежит. Так, ну в основном они теперь нас... Еще. Ой, Макс, там... Не, все, уходите. Не, нормально. Я говорю, все нормально. Патронов много, Жек. Миллион. Давай, лупи. Так, они отъезжают как родные просто. С моей стороны подходит. Ладно, у тебя еще 7 этих, нормально. Если что, зови. Геноцид зомби. Так, я не скажу, если что, спин. Окей. Фак, как я во все это... Еще парочка бежит. Где же мой БРДМ? Спереди еще сейчас подойдут. Да, я слышу. Они, походу, с твоей стороны побежали. Смотри, чтоб через стену. Да, я к стенам подхожу. Подходит к тебе. Ко мне Ника Берег зашел. Так, у меня перезаряд. Ой-ой-ой. Если что, ко мне отступаем. Ага. Спина чиста. Тоже. Там пистолет схватил. А нет, это рожок на АК. Походу, СД-шный. Пойди возьми. Я шучу. Там граната лежит. Да не-не-не, я смотрю. Граната лежит. Отходи. Сегодня не в этом жизни, сенатор. Так, ну здесь за стеночкой, вон рука, видишь, торчит. Там товарищи уперлись. Сейчас я их спровоцирую на то, чтобы они зашли сюда. Я буду гранату звонить. Эй, парни! Поп бежит. Спровоцировал. Это священный суд. А он в стене застрял. Просто зомби, ты же знаешь, что они реагируют на крики в войс-чате? Эти вряд ли. Опа. Вот слева тямок с зомби в этой стене. Господи. Рука у него торчит. Понял. Но он с той стороны. Подожди, там двое у тебя еще. Тот, который в стене был, из нее вышел. Не вышел еще. Ну и все, ушел, короче. Предлагаю выдвигаться. Она. Когда у меня будет еще пара обоим, мы туда будем выдвигаться, пока рано. Ну что, можно, в принципе, действительно пойти. Что, давай? Айда. Да, погнали. Ой, сил-то прибавилось. Бегу, как в юношеские годы. Давай, ты главное беги. Да-да. А мы правильно же бежим, да? Да хрен его знать, вроде да. Сейчас направо, развилочки. Сейчас направо по развилочке. С машиной как побежит толпа. Короче, трубу видишь? Что такое, Макс? Что делать будем? Их там просто забей. Разводите их в стороны. Один справа бежит вдоль города, другой слева. Граната ушла! Недолет. Ой, беда. Налево через бараки пройдем двориками. Не, подожди, мне кажется, тут можно их убивать. Их немного. Макс, Артур слева от тебя, если что. Понял, их реально, их немного. Я думал, их будет больше. Я уже видел просто, как истерия такая началась. Как они истерический смех, потому что я уже видел, как они спавнят. Ты с брониками-то, это прикольная, кстати, идея. Лежачего насрать. Так. Фейлю. Тебя прикрыть? Я могу. Ой-ой-ой, что делается, слушай. Хулиганы зрения лишают. Тебе подползают. Я убил этого, если что. Разве тебя. Да, почти понимаю. Около машины. У меня, кстати, перецов это, уже 3 лента осталось. Да у меня их миллион! Не, ну я стрелил там. Угу. И как бы все, кончились. Но у меня еще пистолет полный. Вообще там где-то 15 на 8. Нет, ну, знаешь, помнишь фильм «Дрожь земли»? Вот там был псих, который, у которого свой бункер был с кучей оружия, там с гранатами совсем. Вот ты он. Нет. Макс, сейчас на правее надо будет ходить, по-моему. Или нет? Не-не, на главной улице. Точно на главной улице стоит.
штука. Да-да-да, и там слева она будет слева, стоять. Да-да-да, точно. Я помню, это как-то это было... Вчера. Если что, слева хороший ангар, в котором можно выжить. Понял, есть. Ну, если прям вообще... Ну, да, если припечет. Вон он стоит, я нашел его, слышишь? Давай, да, вижу. Да, ну что, мы пережили этот ад. Еще давай не говори гоп пока. Да, и мы пережили. Я тот ад. Ну, типа, сейчас, может быть, еще один ад будет. Сейчас будет просто адовый ад, по-моему. Адовый ад. Ну, сейчас он скажет на дамбу победы едете, рефил, типа. Я делаю рефил. Давай, сколько времени это займет? That shall do it. That's давай посмотрим, car. Двигается ли эта тачанка. Запрыгивай. Тачанка едет, но мало. Садись за пулемет, у меня с прицелом проблемы. Понял, сел. А, вам нужно на Палану. На Палану? Угу. А, Артур, это на самом деле... Короче, вдоль берега и направо. В гору вам надо. Только не назад. Вдоль не берега? Назад. Не смогу вас вывести. Прям как мы ехали, прям как мы. Я, окей, я, ладно, я, все. Я пью. Все. Я знаю. Бензина не так, чтобы много. Да, нормально. Я надеюсь. Побежал. Давайте, ребята, вам надо на Палану. Патрошки у вас есть, я за пулеметчиком слежу. Говори мне, если что, направляй. Да-да, прямо. Прямо, никуда не сворачивай. Мы сделали это? Кажется, почти. Ну да, мы сделали это. Почти сделали. Потери один человек. Ну и то. Не, это было... А вы, наверное, мое тело закинули в этот в багажник, если что там потом, исследование кинули. Я помню точно. Бронированный пацан, прощай. Мы сейчас прямо через Березина. Я надеюсь, нам хватит бенза, серьезно. Я, кстати, не могу переключаться на... Бенза очень мало. Да, едем. На водителя. Ты не шифти только. Макс, ты видишь следы от ботинок на... Не, не вижу. Прямо вот сейчас вдоль больнички. Но. Вот направо. Вдоль больнички, да, вот так, вдоль больнички, вот так, вот так, вот так. Да-да-да, я... А у тебя обзор хороший? Нормально, пойдет. Вижу, что спереди. Да, и направо. Хорошо. Возможно, это не самая верная дорога. Да пойдет, да, по-моему, это стоит. Она. Поляна, поляна, подожди. Я... То есть потом ты по дороге проедешь заправку, у которой мы заправляемся все время, Артур, помнишь? Вау, давай, что срабатываю по этим тварям. Уничтожаем. Слева толпы, вижу, справа толпы. Просто реально. На спидах еду просто. Господи, боже мой, не тормози только, дорога одна. Не надо перезарядка! Дави, говно! Дави этих мразей! По лесу бежит куча просто спереди. Там, Макс назад там отрабатывает. Ловите, мрази! Дед сам! Рефьюжикар? Это выполнено. А. Тоби континю! Хорошо! Охеренно! Вообще, просто охеренно. Изикаточка. Такое. Черн апокалипс парт. Увидимся в следующей серии. Всем пока.